Всем привет! Получена наконец долгожданная посылка с сайта RhythmonX. Кстати, очень быстро отправляет, очень хорошо работает, мне понравилось. Ничем не хуже, чем я моделист. То есть вот теперь это будет у меня два магазина, с которыми я буду вплотную работать. Ну и занимался вот росписью вот этого викинга. Пока отложу. Это так вот развлечение было, то ЕК кастинг фигура. Не знаю, как-то она отлита очень сложно для росписи. Вот особенно вот торс и лицо. А так фигура очень даже ничего, приятно работать с оловом, что-то новое для себя открыл. Пришли мне вот такие три набора. Медики. Отсюда я буду брать вот этих двух. Они будут идти по мосту. Скорее всего, будут идти за вот этими вот ребятами. То есть на мосту у меня будет, получается, телега от Masterbox. Вот эти четыре фигуры. Вот эти две фигуры. Ну, может быть, с этим что-нибудь придумаем, потому что, ну, лежачих фигур у меня уже там не будет, как бы смысла от них нет. И под мостом будут наши ребята. То есть оба этажа в диораме будут задействованы. Сейчас пробежимся, наверное, по содержимому, потому что, как я понимаю, вот этот набор от Dragon. И вот этот набор, они не совсем новые. Но я уже вскрыл их, посмотрел. Качество очень даже ничего. Так, снайпера. Оружие отлито довольно-таки неплохо. Даже есть некое подобие текстуры дерева. Не совсем внятное, конечно, но присутствует. Ну, соответственно, стволы не раз сверлили. Набор довольно-таки старый. Но очень даже ничего. В этих фигурах понравилось то, что у них торс. Торс целиком идет, то есть он не разъемный, вот туловище и где талия, обычно фигуры все разрубают пополам, вот как вот здесь. А здесь они единым целым представлены, то есть очень хорошо. Ну вот лица, ну не знаю. Вот у мастербокса мне лица больше понравились. Потому что там как-то они, ну, более четко, что ли, выражены, более четко сделаны. Есть небольшие швы. Не знаю, видно, нет. Надо будет зачищать. Но в целом, ну, в целом набор неплох. Вот этот набор мне обошелся, по-моему, 398 рублей, по-моему, для Dragon это очень-очень-очень хорошая цена. Поэтому, если вы хотите именно фигуру от Dragon, ну, нормальной цены, адекватной, да, то вот на сайте RhythmonX почему-то Dragon и фигуры, и техника в некоторых случаях гораздо дешевле, чем в других магазинах. Теперь посмотрим медиков. Кстати, вот медики, как я понял, набор посвежее. Здесь уже лица сделаны более приятно, более качественно проработаны. Складки одежды. Присутствует декаль. Очень неплохо сделаны носилки. То есть здесь даже здесь закрепляющие ремни представлены. Очень неплохо сделана сама сумка медицинская.
То есть она даже с текстурой. Вот они ремни. То есть довольно-таки качественно сделаны носилки, даже снизу. Ну и сами фигуры, кстати, довольно-таки приятные. Сильно отличаются от снайперов. Здесь и лица более внятные какие-то, более проработанные. То есть этот набор уже совсем другого качества. Но тоже небольшие швы присутствуют, то есть надо будет зачищать. Особенно вот на лицах это очень сильно заметно, что у прошлого набора, что у этого. То есть по линии шеи и уха идет шов. Не на всех, конечно, но присутствует, довольно-таки видный. Ну, я думаю, это не проблема, это легко защищается, это не как у звездовских десантников на Крит, где шов проходил, если здесь он сделан по уху, проходит, то там он сделан был прям по центру лица через нос. Как утверждать, что это якобы линию шеи, чтобы была качественно сделана, а то, что по всему лицу проходит шов, который очень сложно удалить из губ, из носа, это не важно. Так, довольно-таки добротный набор, тоже где-то в районе 400 рублей он стоит, то есть тоже недорого. 400 рублей для Дрэгона, ну, где вот такие цены еще увидеть. Ну и вот эти ребята. Сделан этот набор по фотографии, то есть представлена фотография, и с нее делали этот набор. Вот. Набор довольно-таки неплохой. Ну, начнем с того, что он оригинальный. То есть подобного я не видел ни у одной фирмы, чтобы было представлено именно вот так композиция. Отлито все довольно-таки неплохо. Ну, присутствует облой вот на лопатке. Но он настолько незначительный, что об этом можно даже и не говорить. Отлиты ремни с гранатами. И также ремни с лопатой. То есть лопатка и гранат, они будут под ремнем. Не знаю, как будет стыковаться, если честно, надо будет посмотреть. Ну, я думаю, у мастербокса проблем с этим нет. Лица. Ну, тоже присутствует тот же самый шов по уху, как и у Dragon. А так, в общем и целом, лица очень даже ничего, но меня смущает вот именно их размер. То есть размер лиц, мне кажется, маленьким. Хотя, может быть, когда фигура соберется, это будет выглядеть совсем по-другому. Лопатки очень качественно отлиты. То есть на них полностью вот все присутствует. Каска одна идет в защите, в защитном чехле. Придется, наверное, красить ее немножко в другой цвет, нежели металлическую. Сейчас буду собирать. Мост ждет. Не знаю, влезет он в кадр или нет. Вот такой вот мост. Это вот фигура сверху. Вот здесь будет. Вот здесь будет двигаться другие солдаты. Как раз который с плащ-палаткой и несут раненых. Это вот сосну я сделал буквально вот на днях в ожидании фигур. Не знаю, где будет разведка. Или вот здесь будет располагаться. Или вот с этой стороны будет располагаться. Но здесь еще будет добавляться растительность.